Семка, ты скоро присядешь. Ну, молодец, получается. Вот что значит коса острая. Я загребу. Молодцы. Доброго всем здоровья! Мы почти приехали. Я уже сбоку. Повезло тебе? Повезло. И даже я сбоку, даже я сзади. Да? Да. Куда сейчас ехать? Во двор заезжаем. Ага. Сюда? Сюда. Угу. Понял, понял, понял. Панталончик нас встречает. Панталончик нас встречает. Туда. Едем. Левее. Еще левее. Прямо. Выжимаем сцепление. Пока приехали, сцепление. Солнышко стало. Сцепление. Вот и погода с нами радуется, что мы на хутор приехали. Сегодня у нас очень холодно. Наверное, на улице мы ничего делать не будем. Ну, максимум оценишь нарезанные грядки, это не целые, это целые траншеи. Это окопы. Ну, раз мы уже приехали, а у нас такая традиция, раз мы приезжаем, надо сделать что-нибудь полезное. Сегодня пойдем что-нибудь сделаем полезное в доме. Попробуем что-нибудь поприбирать в Пасхе. Много чего мы не закончили, но прибрать-то все равно надо. Скоро сезон уже меда будет. После Пасхи, я думаю, где-нибудь. Через месяц. Ты шустрый через парень. Месяц. Шустрый парень. Все, меньше слов, а больше за работу. Все носы грязные, все роют. Что это такое? Что это такое? Ты посмотри, Гриша, это там вообще там бомбежка была. Капец. Ой-ой, тайсончик провалился. Луна. Ну, смотри, а Карине, откуда той Карине тут? Это он ее вырвал? Это же тут была береза. Это такой корень. Ты посмотри, сколько тут метров. Ну да, вот вообще... ближайшее дерево, которое здесь было, вот возле панталончика стоит. Миша, и посмотри, он же как орешки ест. И посмотри, глянь. Он же сидит и топчет. Шо там? Наверное, они влажные, им очень нравится. Где твоя зефирка? А мне не очень нравится, что они так нарыли. Все. О, смотри, бревна отвернулись. Там бес на целом. Надо соломку туда уже нажать. Пора уже. А они такую себе нравятся. Как у него животик опустился, наши хрюнички. Давай мы потроем его, пощупаем. Под животик. Погладим. Видишь, как он корешки топчет. Вообще, я никогда не могла подумать, что так вот такой длинный корень этой березы. О, ест. Ест. Бобёк! Бобёр, лоб не бобёр. Всё, идём, идём к вам. Идём, молитву. Да, бобёр, только хвост не плоский, а круглый. А, ты на хвоста не смотри. И очень даже симпатичный юноша. Симпатичный, очень симпатичный. Хороший. Mm-hmm.
поилка работает, но так как холодно, никто воду не берет. Но поилка работает, все вот четко отрегулировалось. Смотрим, сколько оно ушло за это время. Очень немного воды ушло. Все хорошо. Также эту бочку можно будет использовать для запитывания керхера, допустим, ну, мойки высокого давления при каких-то работах. Ну что? Давай вытрем носика. Давай. Ты ее готова в этот корыто положить. Она готова в корыто лечь. Хорошая такая. Ей бы лишь бы погладиться где-нибудь. И никто тут не поранил нигде. Ну, слышишь, клещ, наверное. Кусает клещи. Ну нету пившегося. Нет. Только что слазят, но. Наверное, шкура толстая, наверное, они не могут клещи пропустить. И шерсть. Треба брать железника и закапывать эту ямку. Ну. Можно поймать? А смотри, жует, а смотрит глаза на нас. Тайсон? Нет, как Карлчиха. Карлчиха, но осторожная очень такая. У нас сбежала одна нутрия. Она каким-то чудом открыла дверь и перелезла вот через этот шифер. Тут надо будет делать какую-то закрывай. Задвижку. Закрой за мной. Закрывай, закрывай. Она там сидит. Вот ее хвостик. Закрой себе дверь. Вот этот бобер. Вредина, ты вредина. Надо варить. Сколько ж ты там сидела? Долго. А Семен заметил, что здесь одна. Угу. Вредина какая. Все, Миш, надо на защетку делать. И там надо дырку сильнее туда пробить. Да. Смотри, ой, кроется. Ой, там уже нутряша. Нет, это же видно толстенькая какая. Рано еще им нутряши. По времени рано. Ну еще это вот недельки две. Ну все, давай надаем еды. Зерна хватает. Еще и капусту не съели. А, я сейчас гвоздя выпью, будет такая защелка. Ну. Защелка есть. Надо им рассказать, чтобы они снутри закрывались. Все-таки баня была, надо было снутри. Раз, закрылись и все. Я могу закрыть ее через пол. Слушай, ну она, видишь, не плотно, она как уже прыгала. Ну не знаю, но она легко открывается, видишь, вот. При надавливании она. Еще надо еще закрыть эту дырку. Это вот такое ощущение, нет, что они по стенам лазят. Уже до той дырки в стене, где была труба. Слышишь, ну они не долезут, чтоб кто-то не долез. Они просто не пролезут. Ну давай уже стену заткнем кусочком. Ай, не знаю. Ай. Я бы вообще чем-то таким решеткой. Если кто-то пролезет через эту дырку, то он будет настолько маленький, что они его разделят. Семен, расскажи мне. Что вот это такое? Это мама ставила. Хай будет. Ты даешь. Ну что? Лучше бы ты так, чем ничего.
Все, сейчас добавлю. Раз они такие верхолазы, добавлю еще гвоздей. Сколько интересно она сидела в том помещении. Без еды. Но там стенки деревянные, уже очень слабые. Она ей ничего не составляла труда и прогрызть. Наверное, не успела. Ну, наверное. Значит, она не так давно вылезла. Атакует. Это... Подожди, хай она успокоится. Осторожней. Ты Сончик рядом. Что, думаешь, зачем шагует? А кто? Там его дети. Все, ушла. Ушел зверь на дальний кордон. Быстрее! Открывать. Беги, беги. Беги. Вот сейчас защищать будет. Беги давай. Такая крыса. 5-килограммовая. Марш, нельзя. Марш, нельзя. Шприна тяжелая. Не удержать. Марш, нельзя. Марш, нельзя. Нельзя, Марш. Нельзя. Живот еще будет. Покажи. 12. Тебе тут будет хорошо. Нет, там было лучше. Зефирочка. Не ври ей, там было лучше. То смотри, как соломка зарвается. Жадно морковку сюда потянула. Я видела. Кушай, кушай, иди, кушай. Все, все выловлены. Все тут. Все. Решетку. Все пузатые еще. Все пузатые еще. Решетку. Подремонтировал. Полено запхало. Полено без меня запхали. Каждая из них 1,1 метра. Вот такая толстая вообще. Там 12. Папа не меньше. Папа ее еле тянул. Там 12 еще. Все, вот так вот будет гвоздик. Ой, так будет отгибаться. Ну, уже, я думаю, ногами они не будут открывать. Ну, своими пускай открывают. Что они там сидят? О, где сидела, там и сидит. Ну, как тебе на новом месте? Семен залез. Вижу только одну. Зарыли солому. Ага. Сено надо еще принести к траве. Так кто сейчас будет это сено есть? Хомячок. Пускай будет, пускай будет. Папа, в этом хомячке 300 хомячков. 300 хомячков. Вот как они грызут осинку. Ай, грызут. Это, наверное, будет легче, удобнее паутину снимать там в комнате. Опа! Ну, это смысл мыть нету? Не, мы летом. И покрасим его, после и помоем. Покраски уже вынос, да. Надо бы, Валентина, обои переклеить. Слушай, откуда у нас эта картина, Миша, что я не помню? Это нам Сережа подарил. Сережа подарил? А ту три охотника это Володя привез. Где-то откуда-то. Слышишь, вот эта простынь, она такая темненькая, надо сюда ложить, как когда-то с вышивкой такой простыни ложили, специально для красоты. Она будет в шкаф посмотреть, может, есть.
Она старенькая, а там тоже, видишь, немножко порвалась. Прикольно. Да, жизнь ее потрепала. Вам вот раз. Это простыня на резинке такая. Ты вообще, у меня такая блатная будет простыня. Это что, твоя кровать? Это. Ну, кто захопать пошли? Теперь уже мальчишки больше тут захопят, потому что они любят, когда просто не ерзаются. Еще смотри, я нашла тут наволочки чистые привозила, ручничок даже есть. Но он поутюжить надо. Смотри, какая вышиванка. Ты хочешь себе сюда? А знаешь, как она называется? Гладью вышивали. Точно. А ты откуда знаешь? Ну же, я как-то еще пробовала даже. Крестиком я умею, а гладью не очень. Ну, это вот. Я помню, у меня бабушка учила. Это сначала так вот рисуется рисуночек, типа карандашом, или есть рисунки, типа на кальку пробивали как-то там. Это вот оно так отпечатывается, а потом уже вышиванка. У меня очень много мулине есть. Может, кому надо подарить? Я уже не вышиваю. Мулине. Что такое мулине? Да ниточки такие для вышивания. Ага. Классный. Ты так, что брюшечки были видны? Да, только я колысь. Это мне когда-то Леха подарил. Он ходил то ли в кружок, то ли уже учился где-то на. Ну, это очень сложно делать. Это надо каждую соломку как-то подготовить, отутюжить ее, приклеить, а она ломается. И знаешь, как Володя говорит, когда здесь ночует? Я буду спать под женщиной. С серпом. Приколист. Я отвыкла. Обычно у нас уже нет такого. Керес на них шею не давили? Нет, это ж снизу. Сверху. Можешь сверху, сверху положить. Ой, да Денис поправишь. Ну, это им для начала. Посмотрим на реакцию, как они здесь будут. Ты им, не они, а она. Ты им целую кроватку делаешь. Сначала кроватку там убил, потом матрас положил. Только не, давай, чтобы не разорвать. Аккуратно. Вот стол, вот этот, точно не самодельный. А какой он? Раньше все вот смотри, было. Смотри, судя по уголкам, видишь, они закругленные. Тогда я не думаю, что у деда было такие оборудование, чтобы... то есть здесь вот прибито, судя по всему, похоже на кожу. Покажи. Не, ну может не кожа, но какая-то... Ну да, это не дерево. Может и кожа, просто она такая хрупкая. Ну не важно, что это, что-то при... этот, как он? Смотри, а здесь что-то какие-то, видишь, какая ткань? Как это, как мешковина, похоже. Ну это типа очень древний, наверное, этот, пленочка, стол застилать. Она пробита реечками, чтобы оно не двигалось. Это же спица какая-то. Ну, такую вырезать можно, но уголок вот такой, я не верю, что это сделано вручную.
Вот следующий стол в той комнате, вот в этой комнате стол, вот это уже сделан, скорее всего, вручную, хотя там у него и шуфлядка есть. И вот мать недавно рассказывала, что вот эти рейки и вот эту пленочку сюда прибил дед. Дед ушел из жизни, то ли 79-й, то ли 80-й, там, не помню. Вот столько лет вот этой пленки. Из-за того, что она прибита рейкой, не ерзает, она сохранилась. Котят, по-моему, нашла. Может, маленькая нашла здесь. Ну, нормальная. Ну, маловато. С того края сделаем так вот. Ага. Да, я пододвину. Вот это, кстати, радиола, она не отсюда, это с другой деревни. Да. И там второй дед, который по матери линии, продал бычка и купил радиолу за бычка. Это вообще-то сколько денег стоило. Да. Ради чего? Какую-нибудь пластиночку послушать. Хотя что, мы сейчас же слушаем музыку. И тогда людям хотелось. А танцы? А танцы были? Не знаю. Ну, скорее всего, были, но чего же не были. Под радиолу не участвовал. Ее бы восстановить, но уже не саму радиолу, а восстановить эти все крутилки на месте оставить, и чтобы сюда или USB-флешка вставлялась, но уже музыку сделать, тут, скорее всего, динамики неплохие еще будут. Папа, хотя кто их знает? Засунуть туда колонку, проводками вывести к этим щелкалкам, крутилкам. И можно будет имитация. В принципе, да, есть сейчас такие вот, то есть вышлифовывают, лаком заливают. Это можно было сделать. Это все, тут все целое. Тут вот это не ломано, нигде не обдертое. То есть это все вымыть. Да, оно тут стояло, я протерла, все, что вымылось, это вымылось. Нет, вымыть, полностью разобрать и вымыть пыль. Этим, как сейчас модно. Чем? Ну, когда. Да, тут бы отмыл, наверное. Временно до лета. І так буде до ночі ще один четвертик, допіро пізніше будемо на пості першого повітря. Рольниці і садовниці шацують, що допіро за тиждень буде можна повідомити, яка є речевіста скала знищень. В середку дня. Центром видажень сполучних. Wypoczywających na Świnoujskiej plaży. Тематом займа się Joanna Marysz. No niczego, nie kończy, nie noszą. Mowa o pieniądzach to. Pieniądze. W środku dnia. Centrum Wydarzeń Ekonomicznych. I Błażej Wośniewski. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy dotyczącej odbudowania zleceń i oddziału. Powiedziała na naszej antenie szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jak dodała. Projekt niebawem trafi. Zabieraliśmy niemnożeczko powierzchowne ubrać, no Walentyna weszła w wkus i wszystkie komnaty poszły w wkus. Szmielik naszł się. Хвостик. Кстати, у шмелика есть жало. Потому что по... Жалит. Жалит. Не, шмели меня еще никогда не жалили. Не знаю, что это. Даже не знаю, полезно или это. Все, давай мы его здесь положим. Он на солнышке отогреется. Перевернись. Все, он отогреется сейчас и полетит. Для меня сюда бить. Так, нормально? Ну, так хорошо. Ровно здесь. Что, когда привыкли, их за глаза просто сюда бегут, чтобы посмотреть. Ну. Тут бегут. Да, нормально. Да, подержи уже. Упадут? Вверх не полетят. Ага. Свет часы правильно идут? Да. Семен, проверю.
Ну да, нормально. Ну, хорошо. Значит, у нас есть картина с зубрами и картина «Три охотника». Я думаю, им здесь будет очень удобно вместе всем. Охотники будут охотиться на зубров. Надо только сдвинуть куда-то. Давай зубров сдвинем в эту сторону. А она писанная на холсте картина. Да? Но охотникам-то с зубрами будет удобно, а зубрам с охотниками не очень. Ну ты шутник, все. А я понависела. О! Хорошо. А здесь как? О, целая... Валентина, у нас здесь целая картинная галерея получается. Не надо в музей ходить. В музей не надо ходить, да. Очень холодно на улице. Немножко сотрем. Надо все срочно красить. Миша облазит, а краска сыпется. Летом займемся. Сейчас так поверхностно. Тайсончик, ты что это сделал? Ты чего хрень Ну, хоть ты заезжай и живы. А что, меня не собирает? Без комментариев, да? Без комментариев.
аж в хате посветлело. Я окна одни выняли, а вторые помыло. И вот смотри, Валентина, где справедливость? Что? Я ездил целую зиму сюда. Несколько раз оставался на несколько суток. Работал, работал, и никакого эффекта не было. Ты приехала на один день, и все, красота сразу стала. Ну ты же не прибирал, ты был прибирать. И ну я работал. Ну, как мы тут намерили клееночку? А может ее надо было, вот, как дед, рейки посрывать и прибить? Мне кажется, может туда какая-то крошка будет западать. 50 лет не западала. Ну, западала, чего же не западала? Миш, ну как хочешь, можешь прибить, ну пока так постели. Ну что, почти как льняная, да? Похоже? Угу. Она выглядит, полежит, она же сложная была. Ее надо было в рулончик скручивать. Как он называется? Сервант. Буфет. Сервант. Пока остается здесь, я его уже померил. Рулет где-то спрятал, ну ладно. Он у нас отсюда переедет вот сюда. Он как раз здесь влазит. Здесь когда-то стояла лестница, вот, кстати, даже ее след остался. Лестница, чтобы лазить на чердак. На чердак сейчас мы особо не лазим. Лестница у нас есть и при необходимости алюминиевая. Ну, огнетушитель придется перенести, пожарный гидрант. И здесь вот очень хорошо впишется. Он как раз становится сюда по наличник. Но это будет уже другая история. Где-то с мужиками, с кем-то я это все дело перенесу. Вешалка тоже куда-то переедет. Еще в коридоре остается незашитая дверь. Ну, это уже тоже не такая серьезная работа. А вообще в доме уже становится красота. Аж дышится по-другому. Ну, тюльку примери. А, тюльку примери. Будем шить. Карниз я еще, правда, не сделал. Ну, ниже будет. О! А что, вот, оп, вот так. Красиво? Ай, ну, Миша. Давай посмотрим, какой тюлька. А, давай. Вот такая, цветочки. Я хотел хэбэшку, но Валентина сказала, будет тряпочкой. Ну там действительно такая очень тоненькая хэбэшка была. Пришли мы к такому мнению. Вот когда уже повесится, тогда будет видно. Очень бюджетный вариант. Очень бюджетный вариант. Выбор, конечно, 6 тюлей очень богат. Высота, ну такая, наверное, там вот так висит, да? Ну мы уже. Это подоконник уже. Мы сделаем вот. Говорил. Сделаем вот так. Да. А приложи еще на то окошко. Красота будет. Еще окошки надо покрасить бежевым. С решетками. Мне советовали решетки снять и переделать их такой вот, ну, более красиво, как паутинка сделать. Угу. Чи как солнышко. Работы много на каждое. Даже тот, кто предлагал, говорит, можно использовать и эти, эти прутья, эту катанку, эту арматуру. Но она в каждое сварена, это надо ее попорезать, чтобы это сделать. Сейчас, ну, не до этого. Тут два варианта. Или снять вообще, потому что если злодый будет, то эта решетка злодая не остановит. Или оставить как есть. И окошко, конечно, надо покрасить. Вот наличники я, наверное, зря тогда не снял. Хорошо было бы сделать вот в таком же стиле, как это. Даже эти снять и просто вот... Потому что... ну, тот карниз или подобие карниза, которым я сейчас занимаюсь, оно будет примерно вот в таком же стиле. То есть это очень она наверх. Ну, так, если просто эти... не смотрится, Миш, потому что на цвет другой неподходящий. Дело в том, что если вот эти снимать, уже надо и вот эти будет снимать. Угу. Наличники. Тут столько краски. Ну ладно. Это все, история для нашей будущей видео. Ну, на тот момент, насколько сделано ремонта, настолько здесь сделана и уборка. Как бы чистенько стало, пыли нету, паутины нету. Скатерть застелена, все, красота. Можно
заезжать отдыхать. Когда бы это еще нашлось бы это время для отдыха? Ладно, отдыхать. Можно тут жить? Чтобы здесь жить, Семен, здесь надо вода. А желательно две, горячая и холодная. Раз. Лучше жить негде. И второй момент. Ну, чтобы здесь, допустим, прожить неделю. Вот уехал, вырубил все, все телефоны, интернет, и сюда приехал. Красота, тут же не тянет. Не здесь. Сможете. Значит, лимитированно сделать. Там по полчаса в день. Включил, посмотрел, что там творится, и опять выключил. То есть здесь надо сделать воду, желательно горячую и холодную. И надо сделать санузел. Должен быть душ. Вот тогда можно комфортно сюда заехать. А зачем здесь душ, если летом есть летний душ? Можно сделать. Его же легче. Не теряется спальное место. Ладно, об этом мы подумаем позже. Я думаю, они тут разберутся, да? Как ты считаешь? Откуда они делаются? Если домики им делать, домики предлагали делать. Я думаю, если домики сделать, вообще места не останется. Так будут как минимум два угла есть. Ну, там, где я брал их, там никаких домиков нету. Все они тоже вот так вот группами там щенятся. Ну, там на таком... На меньшем пространстве, чем здесь. На меньшем пространстве и больше внутри. Все, травой загрузили, сухарями загрузили еды. О! Я надеюсь, в следующий раз, когда мы приедем, мы их все найдем уже здесь на месте. Никто не будет выходить. Удивительно, почему. Ну или она только-только успела выйти перед нами. Она могла разгрызть там очень слабые стены, деревянные стены. Она могла выйти на улицу, но она не вышла. Ее и здесь неплохо кормят. Да, ее и здесь неплохо кормят. Все, собираемся, поедем. Ну что, тебе понравилось? Все, соломки я тебе добавлю. Да-да, добавлю, будет тепленько. В сарай какой бы тебе открыть, ты все равно не пойдешь. А здесь, мне кажется, ты была в прошлом годе и будешь в этом. Ага, мы можем поймать. Нету. Видишь, он крупный. Большой такой. Вот сейчас убежал белый. Все попрятались. Да. Слышишь, ну белый это понятно. Черный выходил такой крупненький. Тут на сене рыжий сидел и самка кроликов выходила. Уже два возраста есть. Есть более мелкие, такие на ладошку. И такие уже можно было бы на Пасху поймать. Ну не надо. Хай подрастет. Семен, поймаем на Пасху кого-нибудь? Закрываем. Поймаем. Чуть не... Что тянуть-то? Давай сейчас. Не-не-не. Это маленькая хренечка никак не накушается, да? И что мы так все туда кушаем, все смакуем? Ну, молодец ты такая. Ну, вылазь, тушки, почухай, вылазь. Ну, не хочется. И кушать хочется. Смотри, какой Миша пузик, смотри. Ага. Видишь, как прогнутый такой, уже большая такая. Аж спина прогнулась, бедолага. А если... посчитать, то когда она должна опороситься? Ну, если я считала, надо посчитать. А эти тоже считала, вторые? Да. Ну, лышики такие у тебя тут. Да. Сколько штук? Посчитай. Не знаю. Пощупай. И такие. И такие. Вот тут, я вот думаю, тут головка, тут ножки. Я думаю, что штук... Ну, она маленькая, видишь, и первородка. То что тут маленькая у нее будет? 7. На, сколько будет. Ты знаешь, наша хрюня, она не была крупнее, когда рожала. Да, мне кажется, была. Нет. Когда она рожала, я даже сверху перемычку в дверях не снимал. Да. А сейчас пришлось снять, потому что они не пролазят. И это в том числе не пролазит. Ну, клещи где-то бывают, сидит зараза. Миша, может, то и лекарство, что ты барсику мажешь? Бачишь? Не клещ. Ну, клещ, ну как не клещ? Ну, клещ, тоже с лапками. Этого гладь, чтобы... Гладь, крышу гладь. Клещ это. Да надо им на холку этого тоже мазать. Клещ это? Клещ? Нет, это жучок, иди посмотри. Да? Ну. И то, что первый раз ты говорил, это не клещ был. Да? Вот смотри, лапки есть? Клещ. Видишь, это жучок.
Она, да, вроде, а, mm. вроде и нет. Это жучок. По бокам нету этих лапок. Ну, мы его за забор выкинем. Че, лежит? Не дышит. Хорошо, ну, ей так. Давай. Хорошо ей так. Так маленькая ты. Ну, да, это фацелия всходит. А вот это, наверное, та будет как ее. Ну что ты тут? Ой, тут. Пыры я тоже не шумаю. А чего лучшего пыры тут хватает? Всю уборку мы закончили. На всякий случай мы никого не ждем, никаких корреспондентов. Вы обычно скажете, перед корреспондентом мы убираемся. Нет. Обычно, ну как обычно, мы стараемся убирать на Пасху и на перед Рождеством. Вот у нас такие в начале лета и в начале зимы. Или зимой. Такие более-менее генеральные уборки. Так, что у тебя тут, клещ или нет? Холодно, еще нет смысла эту картошку в землю тыркать, все равно она там будет лежать без дела. Ну и напоследок, как обычно, анекдот. Сегодня анекдот. Приехал к нам из Израиля, по-моему, в Телеграм был написан нашими зрителями. Анекдот, кстати, в тему про приборки. Вот сегодня Валентина шкаф перебирала. Так вот, анекдот такой. Дама рассказывает. Перебирала шкаф и, представляете, нашла вещь, которую носила в 11 классе. Примерила, она села на меня, как влитая. Ну, правда, это был шарф, но все же. Да, такие приборки. Чуть потеплеет. Будем садить и огород там, огород здесь. Парничок там, но это уже будет чуть позже. На и этом кабачки тоже будем садить. Кабачки, да, что там вырастет, не вырастет, будем садить. Обычно ну, садилось на том поле. Здесь было запущено, так что вот здесь только был огород. Что здесь вырастет без удобрений столько лет, ничего не садим, что мы не знаем. Но для этого и будем садить, чтобы узнать. На этом все. Вам всего хорошего. До свидания. Главное, вам мира и пока. Кстати, барсик надо почесать, надо. Но мы его чесать не будем. А знаете потому, почему? Потому что буквально через 1, 2, 3 ролика он сам вычесится и будет чистенький и красивенький. А я взяла расческу старую. Потому что все в этом мире, все премудростью, как говорится, сотворил. Все, давай, побежали, побежали. Всем пока. Поделитесь, молодой водитель, вашими впечатлениями. Я верю в тебя, ты пройдешь по этой дороге. Дай газку. А видишь, прошел. Странно. А мама тебе звонила. Свой электросамокат, это, конечно, круто, но есть и очевидные минусы. Например, дождь. Самокат был не загерметизирован. Все классно, я еду. В метрах 80 от дома, и он перестает ехать. Я просто... Так, что, сгорел? Не знаю, короче, я включаю, и он сейчас... Пошли под навес. Дергается и просто перестает ехать. Там еще обидное, блотник не стоит. Я вот весь промок полностью. А я тебе блотник привез. Да? Ага. Ой, один раньше был. Вот сейчас посмотрим, надо его просто сшить. Нам, наверное, тут два варианта. Либо контроллер сгорел, так что-то перемкнуло фазы. Это самый простой вариант. Не, даже самый простой вариант, это если просто намок сейчас начнет работать. Но шансы небольшие. Тут второй вариант. Немножко похожий, но тоже нормальный. Это если он сгорел, я поменяю его, будет более-менее. И самое плохое, это будет, если сгорят колеса. Они могли намокнуть, фазы могли нагреться и перегнуть и сгореть. Хотя подожди, сейчас проверим. Так, мы поднимаем одно колесо. Поднимаем, крутим. Крутится. А второе. И
Нет, все хорошо, колеса не сгорели. Остается проверить контроллер. Может тебе пересаживаться на веломобиль с крышей? Было бы неплохо. Негде его припарковать возле школы. На это автомобильное место? Все. Пошли сушиться, я промок весь. Мам, я тебе поэтому сынок звонила, что тебе папа встретил. А у меня без звука стоит, что у меня стрелял? Ну, у тебя руки было весьма заканчивается. Посмотри, какая радуга.